Главная новость к этому часу. Алексей Навальный получил 30 суток ареста. Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. Российского оппозиционера признали виновным по статье о повторном нарушении правил проведения митинга. Речь идет о несанкционированной акции «Он нам не царь». Она прошла 5 мая и была приурочена к инаугурации Владимира Путина. Навального на этой акции задержали, но позднее отпустили. Прямо сейчас на прямой связи от здания суда моя коллега Алена Вершинина, она наблюдала за этим процессом. Алена, добрый день. Расскажи, пожалуйста, как судья оглашал этот вердикт, что было в зале суда? Егор, вечер добрый. Ну, журналисты и Алексей Навальный ждали этого оглашения практически 2 часа. Само оглашение заняло около 2 минут. Алексей Навальный отреагировал достаточно спокойно, хотя до этого он говорил, что он не считает, что его посадят, потому что до этого его выпустили из спецприемника. Никаких комментариев ни он, ни адвокаты не сделали, потому что сразу же после того, как судья огласил 30 суток административного ареста, началось заседание по другому административному делу, которое продолжается в эти минуты. И адвокаты перед тем, как началось, собственно, второе заседание, они попробовали заявить отвод судье. Судья удалился в совещательную комнату буквально на минуту, после чего отказался давать отвод самому себе. И сейчас Навальный может получить еще 15 суток, правда, их складывать не будет, и максимально оппозиционер проведет в спецприемнике все те же 30 суток. Егор? Спасибо большое, Алена. Моя коллега Алена Вершинина следила за приговором Алексею Навальному.